В Улан-Удэ группа террористов захватила больницу скорой помощи. Вооруженные преступники напали на караул и завладели огнестрельным оружием. По легенде, в здании больницы на лечении находился охраняемый заключенный. Террористы выдвинули политические требования, неприемлемые для руководства страны. Договориться по-хорошему не получилось, и оперативники решились на штурм. Террористы задержаны, пострадали более 10 человек. Таков сценарий плановых антитеррористических учений ФСБ Бурятии.